постепенно горы Нубийской пустыни перейдут непосредственно в пустыню на подходе к Луксору. Там уже будут орошаемые поля, будут проложены каналы, с Нила появится зелень. Но все это увидим чуть позже. Солнце встало выше, и теперь горы приобрели настоящий песчаный такой вид. Уже нет таких резких контуров, которые были в ранние утренние часы. Появилась какая-то безликость, дух пустыни. Здесь будем завтракать. Сейчас у нас порог 15 минут. 15 минут. Хочешь туалет? Туалет Биатфонд. Туалет Биатфонд. Что тут навалили? Все, что было, наверное, все собрали со столом. Ну, все нормально, можно перекусить. Такой завтрак. Завтрак туриста в Луксоре. Ходят, зарабатывают, денежки снимают с козочками. Вот. Бедуины, пожалуйста, по полной программе. Здесь и сувениры, здесь и бедуины на улице с козами, с осликами. В принципе, можно здесь что-то перекусить, кофеюшку попить, прохладительные напитки. Можно что-то купить, одежду национальную. Wow.
красота. Кто-то уже завтракает своим. Вот после 15 минут пребывания в этом придорожном кафешке мы вновь отправляемся в сторону Луксора. Ну что, хорош? Уже ясно такое палящее солнце. Ярко-желтый и красный выжжен на пустыне. Солнце высокое. Время 8 часов утра. Уже появилась зелень. Приближаемся к долине Нила. А впереди небольшой город Кена. Проводим эту пустыню. И наконец-то что-то зеленое открылось с левой стороны. Канал Кени подает воду из Нила для полива полей. Красная, красивая, чистая солярка. Из одной величины, за какое увеличение? Таких каналов очень много. Поэтому растет зелень, растет урожай. Слава Богу, ни одна река не впадает в море, поэтому вода чистая, солярная. Называется красным ходом, красный из-за того, что очень много рыб, красных цветов. Канал искусственный для подачи воды для орошения из Нила. Едем по берегу канала Растительного. Луксор. Асуан. Канал Растительный. Красоту такую надо снять красиво, видишь? Еду там зима будет в Москве, да. Зимой покажу фильм. Ну вот, вышли из автобуса возле Карнакского храма. Сейчас время протуалетиться у всех. Пошли в туалет. Здесь продают всякие сувенирчики. Но автобусов много. Автобусов очень много.